братан, я по-любому назову. Но если они не хотят перечислять деньги на карту, значит тут два варианта. Они либо хотят нас сдать, либо они хотят нас завалить. Все, понимаешь, прийти к дому. А? Да ну в смысле, все, нет денег, нет тачки. Да ну что, блин? Все, до свидания. Лохи, что ли? На личной встрече ездить. Да чего ты? А, все, подожди. Погоди, с кем тут у Ларисы пришла. Я тебе перезвоню, давай. Ага. Все, давай, пошли. Ты чего, что случилось? Ну, короче, я сегодня случайно узнала, что завтра кастинг будет, и в общем, один агент из Москвы приезжает. И что? Что случилось-то? Ну, мне Ленка такая говорит, только Марине не говори, у нее на кастинг не позвали, у нее бедра как футбольный ворот, а еще троих там позвали, так они страшные, вообще как то. Ну, Баня, Лариса, не истери, пожалуйста. Можешь спокойно рассказать? Так меня тоже на этот кастинг не позвали. Меня, ты понимаешь, у меня параметры идеальные, у меня кожа идеальная, у меня на лице ни одного прыща нет. Так а вон Ленка на лице пицца Маргарита, ее позвали, а меня не позвали. То есть тебя не позвали на кастинг, и ты поэтому плачешь, да? Ты что, ты с ума что ли сошла? Дима. Ну, скажи мне только честно. Может, я что-то не понимаю, я красивая. Как тебе сказать? Давай, может, у него спросим? Стоп.